Итак, всем привет. Мы рады приветствовать на футбольном матче. Играем мы на ЧЕС-24 и огласим составы команд. Играем мы вообще-то на своем поле против сборной Хорватии. Да, играем против сборной Хорватии. Да, крепкая сборная. Манджукич невероятно опасен. В предыдущем матче нам удалось быстро разменять Манджукича. И, собственно... Итак, составы команд быстро. На А1 Березуцкий, на Б1 болельщики ЦСКА, на С1. Нет никого. На С1 Черышев, то есть Чернопольник. На F1 Камбаров. Дима. И на D1 Кокорин, Надежда России. На Е1 вратарь Игорь Акинфеев. И по второму расположили спартаковские защитники. Которых больше было некуда пристроить. Итак, тем временем схлестнулись команды. Сложная борьба на всех участках поля. Да, и хочется радостной игры. Хочется ждать. Мы ждем от наших парней чуда. Вот на правом фланге мы собрались, по-моему, вести борьбу. На правом фланге мы сильнее, но... Но Березуцкий ПЦ-1 тоже. Мы идем на прорыв. Отлично, отлично. Мы жертвуем. Жертвуем одного спартаковского. Да их не жалко, их 8. И все мертвые. Согласен. Да, ну крепкая хорватская оборона. Поэтому мы переходим на позиционные рельсы. Так, хотим выменять Черышева, очень перспективный футболист. Модрич на D8 пока. А, на D8 Модрич, да. Я прошу прощения, почему-то стал не теми именами называть наших соперников. Да, и вот Лёша побежал, ребята. И Ракичич наш 8 стреляет. Ой-ой-ой. Опасна угроза от Ракичича. И нападаем на Модрича. Ракич включился, Ракич мог подвязать. Черышева. Смог подвязать. Встает наш бедный Черышев под крайне неприятное двойное нападение. Да, Акинфеев был в опасности, но... Ну ничего страшного, Черышев еще все-таки зеленый, поэтому можно поменять его. Всего лишь один спартаковский защитник охраняет Акинфеева. Ну это понятно, еще бы его... А другой спартаковский, посмотрите, куда забрался спартаковец. Вот этот спартаковский дух. Рвется к вратарю. Пора болельщиков ЦСКА включать на Е5. Да, так много всего происходит на поле, что не получается даже рассказать. Да, идет, в общем-то, в большей степени тактическая игра. Но отметим, что пока мы немного проигрываем. Так, что это за ловушка? Ловушка? Никаких ловушек. Да, Березуцкий может включиться в борьбу в любой момент. Так, Березуцкий. А, перевод на А3. Березуцкий же 8. Или все-таки... Перевод на А3. Перевод на А3 будет Б4. Понимаете, братцы, если Березуцкий сейчас уйдет на G8, он может не успеть вернуться при контратаке. Согласен. Нет, ну Кокорин под боем. Кокорин на Е3. Кокорин F2. Кокорин зажрался. Тем временем близится финальный свисток, и финальный свисток будет только для одной команды. Все-таки пустили мы Лешу. Камбаров, красавчик. Дима. Выстреливает по воротам. Дима подачку в штрафную совершил. Мне кажется, это гол. Пересекли мяч сетку, вот в чем. Прошу прощения, линию ворот. Идет видеопросмотр. Да. Да. Так. Хорваты выставили опасно. Аргументы. Ну, но защитника Спартака очень мало осталось. И как обычно, они выбрали не самую лучшую расстановку, структуру своих действий. Кто бы сомневался. И тем временем мы неожиданно техническое поражение. Да, сдались хорваты. Ну а если серьезно, то позиция белых была выиграна, но, конечно, с 20 секундами еще надо было доказывать. Да, но прямую трансляцию из Лужников для вас вели Петя Андреев, Кирилл Широков и Никита Петров. Всем пока. Да.